Всем привет! Сегодня 28 марта 2023 года. Вот чича пасется. Что-то унюхала, травка побивается зеленая. Ветер сильно дует, прикрываю микрофон. Портится погода. Ночью уже дождь обещан опять. И уже завтра похолодание. Все вот колыхается. Ну, а собачки гуляют и гуляют. Солнышко сегодня еще вылазит. Так что, в общем-то, даже погодка в целом-то и неплохая. Но уже на похолодание идет. А так ничего интересного. Сидим сегодня, троллейбусы в городе не ходят. Вчера еще объявили, поэтому я никуда сегодня в город и не поехал. Ничего, сейчас пойду в столовую схожу, снимаю чичу, пока она вышла. Вот сейчас пойду поближе к ней, потому что потом она выйдет уже, может, когда будет темно, уже ее не снимешь, царицу. Она сегодня хорошо и позавтракала, и обеда стала немножко стала выздоравливать. Уже не так она ругает меня, когда я ухожу. То, видно, у нее такие периоды небольшие бывают. Что-то и не здоровится, а сейчас такая она уже деловая. Не загонишь даже, так что погуляю с ней, чуть-чуть похожу, чтобы она вымоталась чуть-чуть, подустала. Ну, а всем желаю хорошего дня, хорошее настроение, короткое похолодание переживем. О, Герда ходит тоже сурово, думает о чем-то. В общем, все что-то пасутся, свежие запахи появились, травинки прорастают, и всем хочется какого-то витаминчика пощипать, они травку щипают, тоже видно какие-то зеленушки там им нужны очень сильно. Прямо все ищут, вот, уже первую травку, уже они грызут. Да не хватает всем зелени. Так что такое. Ну все, всем пока.